У нас почему-то база постоянно дергается. Постоянно дергается. Ну-ка, 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 что там находится у нас? Может быть, там какая-то секретная локация у нас есть? А, Ису. Всем привет, ребят, с вами Слит, и сегодня мы будем играть с вами в Raft.io. Да, кстати, ставь лайк, если любишь маму, но и ставь лайк, если хочешь, чтобы я еще раз играл в эту игру. И вот эти ребята попали сегодня в видео. Если ты тоже хочешь попасть в видео, просто пиши много комментариев. Так, а мы давайте уже будем плыть. На самом деле, ребят, мы будем здесь сейчас, знаете, что строить? Мы сегодня будем строить базу не на обычном острове, и даже не в океане где-то, а за картой, да, ребята? Мы сегодня постараемся считерить таким образом. Я не знаю, получится у нас или нет, но вроде как можно ставить там плоты. И мы сейчас попробуем это сделать. Так, плывем, плывем. И, ребята, похоже, мы нашли тот остров, который на границе карты. Смотрите, в нас стреляют, ребят. О нет, уходим, уходим, уходим. Блин, неужели нам придется атаковать их? Придется, да, наверное, давайте скрафтим топор и быстрее атакуем, атакуем врагов. Видите, они тут годы какие. Здесь базу сделали, сейчас мы их прогоним отсюда. На тебе, вот, отлично, ребята, уже кого-то прогнали. Ничего себе, у него дерево здесь было. Так, давайте подберем весь лут и замочим того чувачка еще. Сейчас, давайте пойдем к нему, пойдем к нему по берегу, чтобы... Опачки, он пытается уйти, ребята, он пытается уйти. Не уйдешь, не уйдешь отсюда. Так, давайте, бьем его, бьем его, бьем его. Давай, иди сюда. И, ребята, да вот так вот мы быстро захватываем этот остров. Он нам нужен сейчас, потому что здесь мы будем делать нашу базу. Так, ну и, ребят, здесь потихонечку просто будем делать сундук, все другие приборчики. Главное сейчас нам выжить, потому что, видите, голод заканчивается. Нам нужно ловить рыбку, вот, и пить водичку. Это самое главное сейчас. Вот, и еще будем дожидаться нашего помощника в Качая, который тоже сюда плывет. Качай, смотрите, плывет, наконец-то. Так, ну и все, ребята, все здесь в сборе. Скоро мы будем строить базу. Нам только единственное, нужно очень много веревок. О нет, смотрите, Ису умирает, нужно быстро ее прокормить. Быстрее, давайте ловим рыбу срочно. Смотрите, акула разрушает наши плоты. Припарковать нужно поближе наши плотики. О, все, ребята, я делаю сундук уже. Давайте его поставим куда-нибудь вот сюда поближе. И давайте здесь пока будем просто скапливать все дерево. Дерево и плотики. Да, я думаю, ребят, сейчас мы будем просто копить много-много еды, чтобы у нас всегда сейчас было, потому что... Когда мы будем строить базу, нам будет совсем не до еды. Совсем не до еды. Так что мы сейчас будем собирать дерево, все ресурсы. Вот, а потом уже пойдем. Так, ну и все, ребят, рыбки мы уже наловили. Осталось нам только собрать побольше листьев. Это, кстати, у нас вроде как пальмовые листья. Вот, из них делаются веревки. Вот, а потом уже делаются плоты деревянные. Все как в реальной жизни. Смотрите, куда мы плывем, ребята. Оказывается, можно прямо вот так вот, прямо вот так вот уже выйти за границу карты. Офигеть. Ничего себе. Интересно, докуда мы сможем добраться на этом плоту. Да, это, ребят, очень круто. Видите, мы здесь можем собирать даже лут за границей карты. Офигеть, просто круть. И мы сегодня постараемся сделать здесь базу. Вот, единственное, что если мы выйдем из этого плотика прямо вот сюда вот на воду, то мы умрем, потому что здесь нельзя находиться. Здесь можно находиться только на плотиках. Вот в этом-то и вся и фишка. Давайте плывем обратно. Так, ну и давайте попробуем уже сделать первые плоты наши. Все, первый плот у нас готов. И его нужно как-то нам сейчас зафиксировать, чтобы он у нас не уплывал. Видите, он сейчас дергается. Это из-за того, что он находится на границе сейчас. И его граница выталкивает. Ну, пытается вытолкнуть. А, мы можем так вот, ребят, просто поставить и все. То есть дальше мы будем просто строить наш мостик. А здесь делаем небольшой проход. Так, попробуем половить акул. Ну, так, идите сюда, акулы. Вот вам всем. Так, ловим, ловим, ловим. Мы, кстати, вдвоем можем отталкивать их. Мы уже тут так долго ловим рыбу, что, видите, даже в топ вышли. У нас уже 8 плотов. Но нам нужно примерно, я думаю, штук 10, может быть, 15. Я думаю, 20 плотов будет хорошо. Я думаю, 20 плотов. Мы из 20 плотов сделаем просто огромнейшую базу. Мне уже немножко надоело ловить рыбу, так что давайте попробуем словить акулу. Я думаю, что у нас получится. Тем более, что одну акулу я уже поймал. В принципе, тут не такая сложная тактика. Главное выбирать удачный момент. Мы, в принципе, даже можем вдвоем ловить. Опа! Так, тихо, тут их две акулы, ничего себе. Так, отлично. И, наверное, тут последний удар остался. Опа! Одну поймали. Ой, тут как много акул-то. Как много здесь акул. Лучше ловить по одной акуле. Так, ребята, ну и все. Мы накопили наконец-то все веревочки. Так, давайте возьмем немножко бумажки. Так.
И на самом деле тут немножко уже начало подлагивать. Сервер начал немножко подлагивать, поэтому нам срочно нужно строить нашу базу. А то я боюсь, что скоро закроется вообще сервер из-за этого. Так, ну и все, ребята, у нас есть уже 17 плотов. Мы можем сделать наконец-то нашу базу. И потихонечку ее начинаем строить. Смотрите, хопа, вот так вот берем и строим. Так, единственное, у нас, по-моему, кораблик немножко отъезжает. Это очень странно. Так, как бы нам его зафиксировать здесь, чтобы он у нас не отъезжал. Так, мы его немножко закрепили, так что мы теперь можем дальше его строить. Давайте, погнали! Погнали за границу. Так, подожди-ка. Неужели это все? Неужели это все, что мы можем? Офигеть, ребята. Оказывается, это конец. Здесь... есть... А, нет, стоп, это не ограничение. Ну-ка. Давайте-ка мы здесь поставим ее. Так, видите, там ЕСУ. О, нет, ребята, он у нас куда-то в правую сторону наклоняется. Все, отлично. Мы его снова зафиксировали. Он у нас постоянно, ребят, наклоняется. И немножко наклоняем. Ой, ребята, это так странно. У нас почему-то база постоянно дергается. Постоянно дергается. Так, ну и попробуем дальше строить. Это, конечно, очень сложно, ребята. Прям очень сложно строить такую базу. Но давайте постараемся. Постараемся построить ее. Так, ну и как-то вот так вот, ребята. Как-то вот так у нас все получается. Конечно, неровно, но что поделать. Давай же, стройся. Там была зелененькая у меня, так что я могу там тоже построить. Как же сложно держать баланс на этом плоту. Мы, в принципе, ребят, уже сделали небольшую базу, видите, прямо на границе карты. Здесь можно ходить и строить всякие вещи тоже, сундуки. Мне кажется, что у нас сейчас здесь все упадет. А, посмотрите, что это такое. А, мне кажется, сейчас у нас плот просто свалится в правую часть, если мы сейчас его не выровняем. Да, кажется, это конец. У нас получился такой крабик небольшой. База-крабик. У нас здесь уже много-много места. Видите, мы уже за границей, в принципе, находимся. И здесь можно тоже, в принципе, собирать лут. Давайте, кстати, попробуем взять эту веточку. Тихо-тихо, иди сюда, веточка. Так, собираем веточку, отлично. О, нет, наша база наклоняется. Быстрее. Так что, ребят, вот так вот у нас получилась небольшая база здесь. Конечно, мы можем дальше здесь выживать, но видите, он постоянно у нас падает, этот крабик. Так что мы сейчас попробуем еще сделать один небольшой плот и просто попутешествовать там. Просто попутешествовать. Вот, кстати, у нас есть плот, давайте. И быстрее, плывем. Вот так вот, ребята, просто берем и плывем туда подальше. Интересно, докуда мы доплывем вообще? Ну-ка, что там находится у нас? Может быть, там какая-то секретная локация у нас есть? А, ЕСУ. У нас ЕСУ просто погибает. Она случайно вышла из плота. Она решила поплавать. Так, ну и, ребята, еще раз плывем, наконец-то. Вторая попытка. Надеюсь, что мы доплывем подальше. А то что-то у нас, видите, не получается все. Так, быстрее. Интересно, как долго мы сможем плыть вообще. И есть ли там вообще конец? Доплывем до туда или нет, мы не знаем. Так что мы будем просто плыть. Просто плывем и плывем. Так. Нет, плыви, Колмейс, плыви. Мы сейчас смогли развернуться и просто упасть в воду. Давай, плывем. Смотрите на карту, мы уже уплыли очень далеко от края карты. Офигеть. Надеюсь, что мы сейчас не сломаем игру, потому что... мне кажется, что такого еще никто не делал. О, нет, ребята, у нас плот пропал. Офигеть, мы так далеко уплыли. И здесь мы, похоже, умерли. Мы здесь, похоже, просто взяли и умерли. У нас плот куда-то пропал. А почему он пропал, мы вообще не знаем. Это, видимо, какой-то баг, то ли что-то еще. Видимо, это мы взяли просто чужой плот какой-то. Да уж. Но, ребят, вот так вот у нас сегодня получилось построить большую-большую базу за границей карты и просто уплыть куда-то в бездну. Так что, надеюсь, вам понравилась эта серия. Так что ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи, всем пока.